Всем привет, красивые! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Рената, и сегодня я хочу вам показать мои уходовые средства, которые мне очень-очень нравятся. Поехали! Начнем, пожалуй, с Натуры Сибирики. Вот у меня есть скраб. Вот этот прекрасный нежный пилинг для лица. Он очень мягенький, нежненький, сам по себе такой кремовый. И скрабик у него очень нежный, он не травмирует кожу. Мне очень-очень нравится и очень доступное средство. Вот эта маска просто чудодейственная. Значит, это восстанавливающая маска для лица. Женьшень сибирский, арктическая рябина. Кожа после нее просто мягенькая такая, шелковистая, гладкая. Прям чувствуется вот это насыщение, какое-то питание кожи. Очень мне нравится вот это молочко. Увлажняющее молочко для сухой чувствительной кожи. Вообще-то у меня не сухая. Ну ладно. Просто великолепная мягкость ощущается. И не нужно даже никакого флюида, серума, там, не знаю еще чего. Можно сразу наносить крем. Вообще отличное средство. Очень рекомендую. Вот этот тоник тоже классный. Несмотря на то, что он... Вот мне единственное, что мне нравится, что он какой-то пенный. Зачем тоник пенный, я не знаю. Вот, но он вот такой вот мягкий, прям как вода. Легко впитывается. Приятный такой запах, прям свежий. Очень приятный вот эту вот приятность свежую на себя утром вот так вот взбодрить себя. Супер! Поехали дальше. L'Oréal, вот эта штука, флюид. Видите, он мне почти закончился, я собираюсь купить себе еще один новый. Потому что он офигенный. Смотрите, он вообще очень напоминает какую-то корейскую косметику. О, какой запах такой. А, хорошо питает кожу. Великолепно вот до макияжа, до крема нанести. Для волос, опять же Сибирика, вот такая вот штука, это спрей для волос, живые витамины. Суть в том, что вот так вот брызнула на волосы, и волосы прям какие-то живые, такие увлажненные, пышность вот эту снять, если нужно. Я, кстати, туда добавляла масло, которое покажу чуть-чуть позже. От Сибирики, это Натура Камчатка, маска для волос. Очень хорошая масочка. Не могу сказать прям что-то супер бомбического про нее, но после нее волос очень гладенький, хорошо расчесывается. Особенно тех, у кого, как у меня, кудряшки, и после купания вот такая вот репейник образуется. Бальзам для волос Биэлита преображает мои волосы, они сразу становятся живые, настоящие, блестящие. Сколько раз пыталась начать пользоваться чем-то другим, и всегда возвращаюсь к этой фирме. Спрей мусс от Сьос. Мне нравится сама вот эта идея мусса в спрее, потому что им намного удобнее, чем обычным классическим муссом, нанести спрей точечно, распределить его по всей длине волос. Очень удобно. И забыла показать вам вот это масло для тела. У нее консистенция очень мягкая, не как у масла, не оставляет жирного блеска, достаточно легкий, как крем для тела. Пользуюсь им и для ног, и для рук, и увлажняет пяточки и локти. Волосы. Это Биэлита, полирующая сыворотка для секущих волос. Она супер мягкая, очень хорошо, быстро впитывается, не оставляет никаких следов, сразу легко расчесываются волосы. Не пышаться, ровненькие, гладенькие. И облепиховое масло от Натура Сибирика просто офигенское. Я пользовалась другими маслами, дорогими, но вот это вот, мне кажется, ничем не уступает. Это уже моя вторая баночка.
На этом все. А если вам интересно, что я использую сегодня для макияжа, кожа без тоналки, иллюминатор от Sleek на щечки, хайлайтер от Wet n Wild, Precious Petal, реснички это Maybelline Total Temptation, для бровей Precisely My Brow от Benefit, и на губках Clinique, такая гигиеничка с легким розовым оттенком. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока! Ты закончила? Да.